Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space Extraction. Это третья серия, в которой мы все еще находимся на колонии Гида 7. В предыдущей серии нам представили нового персонажа, Макнила. За него мы, собственно, играем, это один из главных местных полицейских. Встретили Лексин, встретили старого знакомого Веллера и встретили какого-то непонятного ученого или директора по раскопкам, ну, короче говоря, какого-то высоколобого парня, который явно что-то темнит. Сейчас нам нужно по вентиляциям добраться до шаттла и улететь с этой колонии, потому что на ней творится просто что-то уже совсем плохое, уже полезли некроморфы. Собственно, давайте начинать. Оружие у нас как-нибудь можно менять между миссиями? Судя по всему, нет, но у нас, в принципе, неплохой набор. Надеюсь, это нам поможет. Так, глава третья. Мы попали в вентиляцию. Ну как, безопасно теперь? Тихо. Там служебный ход есть. Можем спечатать его. Осторожно, не стреляйте. Я на вашей стороне. Я просто прячусь от этих вещей. Штук. Ненадолго. Они на нашем хвосте. Что? Так потише, они услышат нас. Ты имеешь в виду, они здесь? Ну да. Полезли. Так, аккуратно. Фу, вроде все нормально. Еще лезут. Нужно их сдержать. Хватай эту штуку и... Давайте их запечатаем. Так, давай быстрее, давай. Ой-ой-ой, тихо. Давай, они уже совсем близко. Поторопись, Макнил. И это издержит ненадолго. Нужно попасть в сектор Б. Там шаттл. Ну, давай сюда тогда. Да хватай. Экосистем на этой планете нет. Непонятно, откуда это все взялось. Так. Блин, там что-то лежало, надо было взять. Так, очередной текст. How long has it been like this? We found a little last week. Didn't think much of it. Today, this. Так, что-то тут совсем все поросло какой-то биомассой. Осторожно. Это что еще за... Там наверху смотри. Да, я тоже вижу. Сержант, это Бэйнс. Ты там? Бэйнс? Господи, я думал, я потерял тебя. Если бы мы не были внутри этого шаттла, мы бы поджарились. Мы в Мегавенте. Направляемся в сектор Б. Там шаттл, который мы можем использовать. Но мы закрылись здесь. Можешь другой найти путь? Постараемся. Там мы увидимся. Так ребята живы, смотри, оказались. В конце предыдущей серии, я думал, мы их потеряли. У-у-у, ты посмотри, куда мы пришли. Он радует, хочет, что кто-то жив. Господи, что тут произошло? Не знаю. Ой, тут много тел. Но человеческих нет. Подожди, это что? Это Аманда Касл.
Она изучала. Она говорит о том, что есть какая-то связь между маркером и всем этим происходящим. Все, кто вступает в контакт. И все делают вид, что ничего не происходило. Почему мы-то с ума не сошли? Он ведь прав. На нас не подействовало. Да вроде да. Только если я не сошел с ума, и вы все в моем воображении. У тебя нет воображения, Уэллер. Можем поспешить и найти шаттл? Да, стоять здесь смысла нет. Пошли. Ой, ёлк. Давай, давай, давай. Расчленять их. Да блин, да что ж с вами так сложно-то? Да тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй, подожди, подожди. Сильно он меня. Как мы пересечем это? Аккуратно. Это что было? Это оборудование перевозит поезд. Я видал там внизу одну из этих летающих штук. Давайте шевелиться. Так, готово. Не готово еще, что ли? Что-то винтовка в этой игре какой-то отстой. Столько выстрелов уходит. Да я тебе, блин, отстрелю эту конечность, нет? Тихо, тихо, аккуратно. Ой, блин, что-то у меня с перезарядкой. Координация движений нарушена. Слава богу, все нормально вроде. Как кино, да? Лексин, ты в порядке? Ты такая тихая, как мы нашли тебя. А с тех пор, как ты нашла этот аудиолог? Да, я в порядке. Просто думаю про отца. Он работал здесь, в вентиляциях. Пока что волноваться рано. Он бы на одном из тех шаттлов, которые улетели. Все кого-то ищут. Ничего, просто бубню. Игнорируй меня. Ой, прощелкал клювом. Так, а куда пойти? Вот тут биомасса, а там вниз. Давайте вниз. Тут еще и развилки есть. Интересно. Все лучше и лучше. Еще бы график хотя бы, как в первом Dead Space. Ну, в первом Dead Space, по-моему, вообще очень хороший график, даже, по-моему, получше, чем во втором. Во втором уже как-то, я не знаю, что-то маленько по-другому график. Ну, тоже хорош. Движок там просто супер. Еще один поезд. Да, они 24 часа ходят. Офицер Хатчинс, сержант Уэллеру, прием. Уэллер здесь. Как дела? Мы в коридорах. Какая-то непонятная субстанция кругом. А, похоже, как будто мясо растет со стен. У нас то же самое здесь. А, но вроде как безопасно. Проблемы есть там? Нет, сэр. Мы ничего не встречаем. Но вроде как за нами наблюдают. Давай пустяк остается.
Конец связи. Вот все бы так переводить, слово в слово. Полезно, полезно. Ой, опять я опоздал. Опять опоздал. У меня задержка, что ли, чуть-чуть небольшая. В смысле, при включении записи. Надо разобраться. Раньше не было вроде. Так, еще одна винтовка. Или просто я тормоз сегодня. Может, нам на одном из этих поездов поехать? Звучит ненормально. Черт, помоги мне. Сделай что-нибудь. Опять опоздал. Да, определенно задержка появилась. Надо будет разобраться. Ой-ой-ой-ой. Отпусти меня. Обоих убьешь. Отпусти. Так нет. Господи, спасибо за помощь, ребята. Вы где были? Да прям здесь, разбирались с остальными. Ты что, хочешь медаль? Да вы прекратите. Лексин права. Если между собой будем еще собачиться, с этими тварями драться точно не придется. Друг друга перебьем. Так, отряд не заметил потери бойца. Тихо, слушайте. Господи. Как мы будем в безопасности, эти штуки могут летать. Оставайся рядом с нами, мы тебя защитим. Ой, как туго поворачивает. Так, подожди. Ты не поняла. Пистолет-то оказался хороший, как и мне поначалу не нравился. А в итоге-то... Ой, только эта задержка вот. Да, блин. Нет, не могу попасть в нужный промежуток времени. Давай, 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 пошел. Вот. Так, ребятки, давайте сюда. Ой. Вы еще так умеете? Фу, сюрприз. Вон там. Будьте наготове. Да хватит пинаться. Так, ладно. Пруты, пруты, ты посмотри. Вот эти самые неприятные твари. Да, блин, как же... Отвяжись, трясем, трясем. Да, елки, блин, как жарко-то. Успел схватить. Да, ты успокоишься, нет?
Блин, я плазма катер хочу. У меня уже столько улучшений для него. Что-то вас не слишком ли много, а, ребятушки? Это уже побоище какое-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай, тихо. Да, сдохнет уже. Фу. Остановимся, умрем. Двигаемся. Блин, вот это было дело. Ой. Так. Блин, давай быстрее, пошел. Черт, держись. Господи, я слишком стар для этого. Да все нормально, солдат. Я тебя прикрою. Господи, место как свалка. Теперь что? Назад нам пути нет. Может, по вентиляции? Они по всей колонии идут. С ума сошла? Чужие могут быть в вентиляциях. Сержант, это Бейтс. Вэлли здесь. Как ситуация? Мы уже близки, но вроде как все становится сук хуже. Спереди враги, и другого пути нет. Придется через них пройти. Будьте осторожны. Хочу живых вас увидеть, когда доберемся. Не волнуйся, сержант. Ладно. Как попадем в вентиляцию? Там есть контрольная панель. Не знаю, хватит ли у меня доступа. Да к черту доступ, я разберусь. Сейчас опять ломать будем, похоже. Да, высота, надо сказать. О, огнетушитель. Ну, давайте возьмем. Да, хватает, и елки-палки. Так, ломаем. Я слышу, как они идут. Так, все, полезли. Как темно. И потрясти ничего не могу. Чтоб посветлее стало. Ну, вентиляция это, конечно. Только что встретились с новыми врагами. Очень быстро и трудно убить. Используй стазис, чтобы их замедлить. Опять я забыл про стазис, кстати говоря. Иду так быстро, как могу. Тихо. Слушай. О нет. Эрхард был прав. Они здесь с нами. Твою налево. Веселого мало. Господи, мы окружены. Двигайтесь быстро. Направо. Они идут. Тупик. Ты привел нас не в ту дорогу, не в ту сторону. Убьешь нас всех. Все, разворачивайтесь. Нет, подожди.
Там панель. Можем ее использовать. Быстро делай это. Может, все-таки я был прав в итоге. Так, давай. Сюда. Слишком много времени занимает. Твои люди улетят до того, как мы туда доберемся. Бейнс и Хатчинс мои лучшие. Они нас подождут. Мы уже недалеко. Просто смотрите под ноги. Это что было? Я ничего не вижу. О, тут вообще плохо. Пошли, пошли, пошли. Ох ты, смотри, что... Давай, гори, гори, гори. Ёлки. Ой, ёлки-палки. Айзек, это был ты? Не успел ничего. Давай, давай, жги их. Откуда? Откуда меня бьют? И сверху ты посмотри. Все, давай пойдем. Давай, 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 давай. Гори ясно. Туннели вентиляции чужие. Прям фильм «Чужой», первая часть. И у меня огнемет. И попух сразу. Это что за запах? Это отвратительно. О, черт. Как темно-то тут, а? Я только очертания вижу. Дайте фонарик включить. Фу, неужто выбрались? Все, пришли. Так, новый текст. О нас. Хорошо. Блин, а вот патроны забрать не успел. Патроны, давай, давай. Да убери ты свою голову. Ой, ничего не взял, а. Фу, ладно, погнали. Жизни маловато. Не сказать, что очень уж хорошо на них эта штука действует. Притом не дальнобойная. А вот этим нравится. Вон шаттл. Слава богу. Мы спасены. Не так быстро стоять. Мы еще не закончили. Тут все кишит этими тварями. Вот твои люди. Бейнс, это Вейдер. Мы рядом с вами. Я вижу вас. Шаттл заблокирован. Мы не можем попасть внутрь. Мой код откроет. Так, пойдем. Все готовы бежать? Я веду. Эхард, держись близко. Пошли.
Идем. Хрена. Эккард, со мной, бежим. Это... Нам хана, нам хана. Ой-ой-ой. Со всех сторон. Давай, давай, давай. Главное, шаттл не сжечь. Это что был такой? За дополнительный огонь. Ох, ёлы-палы. Это ненормально. Давай быстрее, код сменили. Давай, я сломаю. Давай, мы тебя прикроем. Ух, так, снизу надо. Ага, прикроют, я вижу, как они прикрывают. Давай, давай, быстрее, они уже близко. Давай, 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 давай. Да я же нажал. Все, уходим нафиг, уходим. Взлетай, взлетай, братья. Все внутрь, быстро. Так, быстрее. Да не стоит там, сержант, пойдем. Хорошая работа, солдат. Больше, чем думали. Расслабься, она умерла. Эккард, помоги мне. Летать могу, но не знаю ваше расписание. Без тебя мы не добрались. Да не стоит. Ну да. Оно не мертво. Закрой дверь. Да, это Левиафан. Держитесь. Быстрее. Ой-ой-ой. Да-да-да, точно он. Охренеть. Ой, блин, какой кошмар. Фу, вырвали, что ли? Вот это надо было. Надо сказать, было дело. Блин, у меня даже рейтинг неплохой. Блин, ну что, круто. Мне понравилось. Очень круто, по-моему. Из этого получился бы хороший фильм, если убрать вот эти вот все перестрелки. Перестрелки здесь, надо сказать, в принципе, хорошие. О, у меня скилл. У меня скилл есть. Перестрелки хорошие, но их как-то вот для такого кинематографичного действия, по-моему, слишком много. Но в основном все в меру, но временами бывает, что по 5 минут стоишь и отстреливаешь. Но в целом круто, короче говоря. Все интереснее и интереснее. Сейчас, я так понимаю, в следующей серии мы пойдем на Ишимуру. Но увидим это, собственно, завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.